Уральская усадьба представляет. Сегодня у нас 9 октября. Была сделана теплица нестандартных размеров 2,7 на 4,7. И сейчас мы послушаем отзыв, надеюсь, довольного клиента. Мы из интернета узнали такую фирму «Уральская усадьба», которые делают теплицу по нестандартным размерам. Фундамент стоял очень давно, сад старинный. И заказали теплицу в ту субботу, и через неделю теплица вот уже стоит, готовая. Всем очень довольны, благодарны людям, благодарны работникам, которые принимали заказ, и людям, которые приехали вовремя и все сделали очень быстро и качественно. Спасибо за отзыв. Уральская усадьба представляет. Всем привет, дорогие зрители, подписывайтесь на наш канал, там вы узнаете много полезного, интересного про теплицы. Сегодня у нас 9 октября 2016 года. Была сделана теплица арочная, нестандартного размера. Так, прошу прощения, не арочная, это у нас крепыш нестандартного размера. Ширина 2 метра 70 сантиметров, длина 4 метра 70 сантиметров. Каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 20 на 40, и арки, и торцы. Усилители из трубы 20 на 20, поликарбонат использовали 4 мм, 0,8 плотность. Конструкция установлена на брус 100 на 150, пропитана антисептиком и закреплена с помощью пластин к бетонному основанию клиента. Основание старое, поэтому непосредственно на него теплицу было не поставить. В теплице у нас есть коньковая фрамуга, есть система подвязки. По две нитки на каждую сторону. Один торец у нас глухой. Второй торец с разрезной дверью форточки. Также на торце установлен торцевой резиновый уплотнитель. Уральская усадьба представляет. Всем привет, дорогие зрители, подписывайтесь на наш канал «Уральская усадьба». Там вы узнаете много полезного и интересного про теплицы. Сегодня у нас 6 ноября 2016 года. Была сделана теплица арочная. Нестандартная ширина 2 метра 60 сантиметров и длина 4,5 метра. Каркас теплицы сделан из профильной трубы у нас 20 на 20. Полимерно-порошковая окраска, поликарбонат 4 мм. 0,8 плотность. По торцам расположены разрезные двери форточки. Также установлена у нас коньковая фрамуга 1 штука и система подвязки по 2 нитки на каждую сторону. Вся конструкция у нас стоит на брусе 100 на 150, пропитана антисептиком. Брус прикреплен к фундаменту с помощью уголков и пластин. Теплица арочная 3 на 6, покраска заказная, ставили в середине июня, уже выросли огурцы с перцами, на подходе помидоры. Уральская усадьба представляет. Сегодня у нас 28 сентября 2016 года. Были сделаны теплицы арочные, шириной 2,5 метра, длиной 4 метра, 2 штуки. Абсолютно одинаковые теплицы. Каркас сделан из профильной трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска, поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Конструкция стоит на брусе 100 на 100, пропитана антисептиком. С одного торца у нас разрезная дверь-форточка. Другой торец глухой. По торцам установлен резиновый уплотнитель. Также в каждой теплице имеется система подвязки по 2 нитки на каждую сторону. И коньковая фрамуга.
оснащенная термоприводами. Обе конструкции закреплены к земле с помощью колышков.